В регион хотят привлечь больше средств из федерального бюджета. Ульяновская область не первый год участвует в федеральных программах. Например, за 2018 год из федеральной казны в регион было привлечено дополнительно 11,5 миллиардов рублей, которые пошли на строительство мультифункциональных медицинских центров, ремонт и возведение детских садов и школ, дорог. Пусть цифры и внушительные, однако потенциал привлечения больших денег все же остается, поскольку впервые за 5 лет федеральный бюджет станет профицитным, когда доход превышает расход. Об этом говорили участники заседания межведомственной рабочей группы по привлечению в регион средств из федерального бюджета. Правительство утвердило первый за 5 лет профицитный бюджет, проект федерального бюджета на 2019 плановый период 2020-2021 год. Бюджет будет не просто сбалансирован, планируется, что он станет профицитным впервые с 2014 года, сказал премьер. Планируется, что в 2019 году профицит федерального бюджета составит 1,884 триллиона рублей или 1,8% ВВП. В будущем году наш регион сможет участвовать только в 14 государственных программах с планируемым объемом привлеченных средств 5,4 миллиарда рублей. В этом году показатели лучше, поэтому темпы снижать нельзя. На 2018 год мы также участвуем в 20 программах, и нужно сказать, что за полугодие уже получено 5,5 миллиарда рублей. Это на 1,1 миллиард больше прошлого года, при этом уже 78% этих федеральных средств освоено. К сожалению, бывает так, что регионы заявку подали, но опоздали с проектно-сметной документацией или допустили в ней ошибки. В этом случае идет перераспределение неосвоенных миллиардов. Вот здесь-то и может выстрелить наш регион и забрать хороший кусок пирога. Кроме того, по мнению участников совещания, плюсов будет больше, если возглавлять рабочую группу будут опытные, проверенные и уважаемые люди. Я же знаю, что у Третьяка получится это лучше. Я Новиков проверял, когда Олимпиаду строили, значит, я Колокова хорошо знаю, но Третьяк их знает лучше. Поэтому, если мы готовим качественные документы, заявочную компанию делаем, так они, конечно, Третьяк должен возглавить, а не министр спорта Ульяновской области. Тут очевидная вещь. В итоге утвержден состав рабочей группы, возглавлять которую будут депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации. Я уверена, что рабочая группа будет полезна абсолютно всем. И уверена в том, что взаимодействие всех органов государственной власти позволит привлечь в бюджет Ульяновской области больше средств на развитие, на создание комфортной среды, качественной среды проживания на нашей территории для наших граждан, для наших жителей Ульяновской области. В рабочую группу также войдут вновь избранные представители отраслевых комитетов законодательного собрания и представители разных структур, относящихся к определенной сфере деятельности. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов, новости Ульяновской правды.